680 квадратных метров. Покрытие, сделанное вручную, мечта любого спортсмена. Над тем, чтобы быстрее ее осуществить, работают 23 строителя и 2 единицы техники. Начали строительство 24 июля 2024 года. Планируем закончить строительство на данной территории. Конец августа. Но не только выполнять трюки на скейте или самокате можно будет в парке Захарова. Подумали и о любителях других видов спорта – волейбола, баскетбола и настольного тенниса. Для них тоже создадут все условия, как и для любителей фитнеса под открытым небом. Дорожки у нас еще будут. Асфальт. А там, где детская площадка, спортивная площадка и зона воркаут, там, естественно, резинка. Да. Не заскучают и мамы с детьми. Игровой городок будет современный и безопасный. Хотел обратить внимание на количество лавочек, потому что обычно на этих зонах мы всегда выходим с пожеланиями от жителей, что лавочек не хватает. Мы с заказчиком договорились, что по стандарту будет, обычно там одна или две, а когда приходят все мамы с детьми и активно используют площадку, сесть некуда. Этот вопрос руководитель проекта держит на контроле, а глава округа также поручил проработать возможность организации прямого доступа из парка к спортивной площадке. Евгения Августина, телекомпания «Одинцова».